Acum vreau să vă explic în câteva cuvinte cum a folosit America acest sentiment al unor descreierați, semănând ură împotriva minorităților care erau în granițele Ucrainei din 2014. Сейчас я пишу, каким образом Соединенные Штаты Америки воспользовались этой технологией, ситуацией по разжиганию вражды одних к другим по национальному признаку. И в первую очередь большинства к меньшинствам. Comparând cu situația din România, care a promovat încă de la lovitura de stat din 1989, o bună cooperare cu minoritățile și având în Parlament 18 reprezentanți în Parlamentul României pentru minorități precum sârbi sau slovaci, care sunt doar câteva mii. România, после переворота, состоявшегося в Бухаресте в 1989 году, пошла по другому пути. Она попыталась сохранить хорошие отношения между теми, кто составляет большинство национальное, и теми, кто составляет меньшинство. В парламенте Румынии меньшинство представлено 18 депутатами от сербов, ну и так далее. Мы дали себе, что шеф механик украинец, который был из Одесса, в возрасте 55 лет, имел правоту, когда сказал, Украина se va dezmembra sau va intra în conflict cu Rusia. Я вспомнил слова, которые сказал главный механик этого судна, человек 55 лет, родом из Украины, из Одессы, украинец. Он сказал тогда, что Украина будет разбита на несколько частей. Или войдет в конфликт с Россией. Ce nu și-au dat seama politicienii care l-au înlocuit pe Ianucovici? Что не поняли политики, которые пришли после Януковича или заменили его на политической арене? A fost faptul că la înțelegerile care le-a avut Statele Unite cu URSS, Gorbaciov și Bush, это было то, что в договорённостях между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Горбачёв, Буш, Rusiei s-a garantat un coridor de securitate, astfel încât Ucraina să nu facă parte nici din Uniunea Europeană, nici din NATO. Rusiei обещали, что у неё будет коридор безопасности в лице государства Украина, которое не будет ни членом НАТО, ни членом какого-либо другого союза и будет, скажем так, нейтральным буфером между Евросоюзом и Россией. Iată unde ne duce faptul că se încalcă înțelegeri și acorduri. Вот каким результатом, в смысле то, что сейчас есть на Украине, приводит то, что когда уже существующие международные договора, международные соглашения, когда они нарушаются.